Делегация из Карачаева-Черкесии во главе с министром культуры Зурабом Магирбовым приехала в Абхазию, чтобы провести в нашей республике Дни культуры. Более 40 человек вошли в состав делегации, в основном это представители хореографических и вокальных коллективов Братской республики. Первым гостей поприветствовал спикер Народного собрания Абхазии Валерий Кварчия. Дорогие друзья, дорогие наши соседи, ближайшие соседи и ближайшие родственники, рады вас видеть в Абхазии с таким очень добрым делом. Дни культуры Карачаева-Черкесии в Абхазии будем вместе отмечать, только немножко, конечно, ковид нас сковывает, и вас, и нас всех сковывает, но тем не менее, я думаю, что есть выход из каждого, из любой ситуации можно найти выход. Хотелось бы, чтобы все это очень удачно, интересно прошло. Я думаю, я уверен, что так и будет. Дни культуры Карачаева-Черкесии приурочены к столетию республики. Эту дату отметят в 2022 году. Но план мероприятий единогласно было решено начать с Абхазии, отмечает министр культуры КЧР Зураб Агирбов. Этот большой план мы начали с гастролей в республике Абхазия. Это для нас ключевое мероприятие, первое, гастрольный тур. В следующем году продолжится. К нашему счастью, за эти 100 лет Карачаева-Черкесия накопила и сохранила большой культурный багаж. И мы рады будем его показывать нашим друзьям, нашим соседям и тем, кто про нас ничего не знает. Но это, конечно, не про Абхазию, потому что Абхазия для нас, как было очень верно, мудро сказано, и ближайший сосед, и братский народ. И в самые тяжелые времена для обеих наших республик мы были рядом. И я уверен, что культура, она и была тем мостиком, который связывал. И нам радостно, что мы эти дни, которые проведем здесь, привезли большую делегацию артистов, художников, мастеров народных художественных промыслов, которые, несмотря на ограничения, все что самое хорошее, что у нас есть, вам покажут, зрителю, детям, которым интересно посмотреть, что такое Карачаево-Черкесия. В рамках Дней культуры запланировано выступление хореографических и вокальных ансамблей КЧР, а также проведение выставки национальных костюмов. Однако в связи с непростой эпидобстановкой в стране часть запланированного пришлось отменить, либо провести лишь видеосъемку без участия зрителей. И, конечно, чувствуем, что мы приехали в край, который нам родной, теплый, близкий. И погода теплая, и улыбки людей, отношения, все здесь для нас теплое. Поэтому спасибо за такой прием, за поддержку. Ну а в будущем, я уверен, мы уже с моим коллегой обсудили некоторые планы. В эти дни плотно обсудим их детально. И уже видим предпосылки для того, чтобы и в 2022 году, когда у нас столетие, и дальше на системной основе мы уже и молодежное сотрудничество, и сотрудничество в сфере туризма, которое для нас, для обоих регионов важно, ну и, конечно, культурные связи усиливать, потому что все у нас для этого есть. Делегация из Карачаева-Черкесии пробудет в Абхазии 5 дней. Это, по убеждению Зураба Агирбова, послужит еще большему сближению двух братских народов. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абазатовая.